Всем привет, с вами Декоди, и в начале лета я начал проходить свой новый хардест Bloodlust. Поскольку на него уходит очень много времени, я принял решение записать промежуточный ролик, где расскажу о своих успехах, ну и естественно, неудачах. Вообще поначалу все казалось просто, но первый же стрим дал мне понять, что даже начало нужно тренировать довольно долго, и по сути все время, пока я играл, ушло именно на кораблик. Сложный парт, но благо он находится в начале, и спустя пару тысяч попыток у меня получилось понять, что на этом корабле не нужно стритфлайтить, на нем требуется нажимать как бы в определенных моментах. Вроде звучит просто, но пока сам не разберешься, не поймешь. Жесткое начало, прям вообще. Но я думаю, то, что оно натренится в любом случае. Уф, а чё так сложно? Ну почти, ну все, же чувствую, вот прорыв, да, сейчас будет 6.9, и потом дальше... Пойдут уже хорошие прогрессы. Чувствуется прорыв, да? Рывок экономический. Ну, куда же без этого? Я ж не мог не слиться здесь. Надо обязательно. Хотя бы один слив на кораблике. Найс. 14! 14.8! Нет! Найс. Фух, я устал. Но это еще не все. Ну, двадцаточка. Хотя бы столько. За час прогресс нормальный, 20% прошел. Как-то не чувствую на изи вообще и не переживаю даже. Серьезно, я перестал переживать. Ура. Это сильно. Кстати, почему 25, а здесь 24? Или должно быть 25.1? Так нечестно. Меня обманули на 1%. Отдайте 1%. 25 должно быть. 1/4. Ну, да, 1/4 от всего левла. Всем привет. Если вы видите это сообщение, то ничего не пишите. Спасибо. Я начал слишком волноваться, потому что 34. Я думал, вот когда я солью, типа, вот здесь вот может быть? Нет, не слил. А может быть здесь? Нет, не слил. Ах ты ж. У меня палец начал соскальзывать с мышки. У меня палец мокнет к этому моменту, он просто мокрым становится. Я не могу из этого тащить. 34% стали ключевой точкой, после которой прогрессы каждый стрим прекратились. Кто бы мог сомневаться. Чтобы натренить кораблик, который раз в 5 сложнее, чем в Bloodbuff, мне потребовалось сидеть еще и офлайн. Тем не менее, результат был достигнут. Этот корабль чем-то похож на тот, который в начале, и обычным стритфлаем его не пройти. Надо прям запоминать, в каких моментах нажимать, а еще постоянное изменение скорости просто жесть. Кстати, именно в этом месте случилось мое любимое. Прогресс плюс 1%. Здрасте. Титан, лучше, чем вы. Нет. Ебать, я да... Желаю удачи. А, я даже не нашел, что ответить. О май гад. Ну что там такое? А, блядь, да ты чё, дурак, сука? Ну вообще капец, я реально испугался. А, слишком низко опустился. Капец, но если я там буду сливаться, то я никогда в жизни не поставлю никакой прогресс вообще. Ой, блять, вот это-то сегодня рекордик! Я не могу просто. 35, ну спасибо, блядь. 36, блядь! Бля, я ненавижу вот здесь. Сливаться хуже некуда.
прыгнул вот под это вот. И все, меня вынесло просто с этого момента. Я не удержался, все. Ебать. Сегодня новый прогресс. Вот это мне нравится. Так бы каждый стрим. Нифига синк. Вот это синк, конечно, был. Ну это что такое? Плюс один, все началось. 45, давайте еще 46, да. Ну здесь это... Блять, как же это ожидаемо, ладно. Как же это ожидаемо. Сука! Ну че за фигня? Да, все. Блять, оно то это. Все. Да. Следующей ключевой точкой стали злополучные 48%, которые я не мог преодолеть несколько стримов. Слился на них максимально глупо, зачем-то закричав на брейке. А все из-за свинкоптера, который в 2.2 будет являться одним из самых сложных режимов, потому что контролировать его крайне трудно. Именно посередине Bloodlust'а он и находится. Убери его, и демон потеряет позиции 10 в топе, по моим ощущениям. Я поздно кликнул. Я испытываю просто огромнейшую боль. Вот это да! Я ненавижу! Он вот так просто на этот, блядь, шип. Все, у меня сгорело, я не могу. Я... Четвертый раз там разбиваюсь уже, все. Можно просто офать это говно с позором. Кто стучит? Кто-то постучался! В стенку, вот так вот. Конечно, после такого я отвлекусь. Бля, да зачем отпускать перед порталом? Надо просто вот так вот ровно, вот так вот, просто редфлайтить. Там этого достаточно будет. Блять, там как будто время замедляется. Вот оно становится специально медленнее, чтобы я там жестко напрягался. Серьезно, там вот по ощущениям, как будто происходит замедление времени в реальной жизни. Вот там, где начинаются клики, вот эти вот вверх. Я не знаю, мне хочется вот просто взять вот так вот. Я не знаю, я не хочу рукой бить, потому что потом рука будет болеть. Бля. Все. Ебать. Да-да-да. Собственно, о грустном. Поставить рекорд после 48% в ближайшие 4 стрима не получилось. Но я не собираюсь сдаваться, и после небольшого отдыха снова возьмусь за этот демон. Потому что отступать уже некуда, 50 тысяч попыток не были же потрачены зря. К тому же у меня есть цель, пройти новый хардест именно на стриме, потому что такого еще никогда не было, да и эмоции во время трансляции куда более яркие. В общем-то, на этом буду заканчивать, всем пока и до скорой встречи. Ебать! Вот это норм! Вот это нормик!
Вот это нормик. Прям вообще. О, 67.